Всем привет, друзья, с вами Виджей Дрим. Большую кружку прохладительного напитка и еду пожирнее, повреднее, повкуснее. Приятного аппетита! Желаю приятного просмотра. Поехали! Ни спичек, ни лампы, ничего, да? Отлично. Так, ну, мы определенно выращиваем императрицу. Польский школьник и сейчас не ответит. Алис? Алис! Салим! Салим, куйкли! Нелис умерла. И... как бы это я, в принципе, понял, но... Польский пишет, ты не знал, что мне 7 годиков? А ей на вид было, но годика 3. А ты в свои 7 не знаешь. Три часа 11 минут. Я не спал сегодня, если что, поэтому немножко зеваю. Точнее, я спал, но просто я проснулся где-то в 2 ночи. А игра вообще-то неплоха. Забавная местами, но она правда неплоха. Странно, что нашу главную героиню, ну как-то вот она, ну довольно относительно спокойно обращает внимание на то, что происходит с ее животом. Будет файчик, будет. God. Фига себе мы...
При беременности 6 месяцев так кирпичи растаскиваем. This really isn't a dream. В принципе, тут хватает спичек. Короче, среди амнезии, я так чувствую, что, наверное, скоро уже конец. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Необходимые ссылочки находятся в описании. Группа ВКонтакте, анонсы стримов. Важный момент. Комментарии прямо очень приветствуются. Ну, я просто попробую. Среди амнезии — это очень неплохой проект. То есть, в принципе, я не разочарован. Как раз он подходит к концу, как раз 4 часика сейчас. То есть пока что прям идеально. Я надеюсь, что он подходит к концу, потому что, как я говорил много раз, сюрреалистичные игры должны идти не более 5 часов, иначе это жопа. Тут, конечно, не чистый сюрреализм, тут намешано. Тем не менее, сюрреализм тут присутствует в больших количествах, как минимум. Так, я могу пойти в этот портал, могу пойти в этот портал. Если честно, я понятия не имею, чем они отличаются. Могу вообще пойти наверх. Like back in the laboratory. It's getting stronger. Ладно. Тут она заговорила с нами, тут у нас компас очень сильно вращается, поэтому пойдем сюда, наверное, это лучше. Я без понятия, поэтому как бы... Так. What is this foul stuff? Я почему-то думаю, что это твой ребенок такой. Специально для файчика нужно будет. It'll be all right. Немножко поболтать после стрима с распущенными волосами. То есть, когда я наступаю на эти штуки, мне больно. Блять, ёб твою мать, ты чё делаешь? Блин, спички-то только в путь уходят. Как будто бы и не было. Ладно, спасибо. У меня какие-то червяки на руках. Точнее, даже в руках.
Вопрос. Я, может, что-то не понимаю, но... Мне казалось, портал надо... должен куда-то вести, нет? Видимо, не каждый. Ладно. Пойдем в другую сторону. Да, видимо, правда, не каждый. Я не знаю, нужен он нам или нет. Ну или как-то так. Шустрее, можно? Немножко шустрее. Ладно, немножко, до хрена шустрее. Блять. Я не знаю, куда я бегу. Блять. Блять. Пофиг, пофиг, беги. Вообще насрать. Нам не больно. Приятно, я бы даже сказал. Это было с кайфом. Пальчик, если что, еще и в следующий раз для тебя специально распущу волосы. Я ведь так делаю, ты ведь знаешь. Смотри, это получается доктор ее проверяет. Пришел и сразу такое начал что-то делать. По-моему, доктор замешан. Вполне возможно. Так, наверное, вот сюда? Нет? Да? Еще одна загадка, да? Предположим. Предположим. It's the town again, little one. See? It's another gateway, I think. A portal, like in that laboratory, but
big enough for us. Look, little one, I think this is a way out of here. I know it's crazy, but can we get it working? Да, я уже понял, что его надо запустить. Так, хорошо. Как эта хреновина работает, тебе осталось понять. This isn't working. Ну еще бы он заработал бы так просто. Да, это более большой телепорт. Какие текстурки прикольные. Да. Профессор полагает лишь части более крупной конструкции. В архивах это место упоминается как врата, но там фигурируют и другие. Угу. Я оказался прав, и сам тому не рад. Шар обнаружился в Метреуме, и этот болван, мой помощник, разбил его, отправил его с осколками. Угу. Так, что же теперь остается? Здесь есть врата, у меня есть витая, но нет шара. У меня есть шар, но нет витая. Притом очевидно, что это место часть. Берем, вызывал медальон странника. Хорошо, предположим. Когда Дрим залип на чужой писюн. Я текстурки рассматривал. А вот польский школьник в этот момент рассматривал писюн. Вот кто рассматривал писюн, тот писюнофил. А кто рассматривал текстурки, как я, тот молодец. Польский писюнофил. Я всегда это знал. Фая, не, ну ладно, тебе можно рассматривать писюн. Конечно, и польскому тоже можно, так-то 20-й год, не осуждаем все дела, но... Тем не менее... Малютка. Это малютка. Через еще два таких прыжка взросления будет уже старше тебя, блин. Так, у нас тут еще большущая загадка. Я уже устал, как маленькая какаха. This is Richards. He was here. Да, и эта капля крови, наверное, тоже. I won't. Richard, come back. Richard. They left us. Richard and Alex. I don't remember why. Вы вообще не подумайте, что я зеваю из-за игры. Я зеваю реально из-за того, что я просто устал. Так, витая, значит, мне надо, да? Я просто еще до стрима столько всего сделал, нарисовал превьюшек и смонтировал видяшек, что я заколебался еще до того, как начал. Как я изначально говорил, времени ни на что не хватает. А рендер закончился буквально за 10 минут до начала стрима. Ну в смысле? Я сюда шел, чтобы просто упереться в закрытую дверь. Замечательно. Так. Пойди, что? Я что, обосрался, что ли? Что произошло? Ладно. Хорошо, что хоть неприлюдно. Это неудобно было бы. Фай, это типа спать это обозначает, да? Хорошо, Фай, мур-мур. Буду тебе должен, хорошо? We need to get out of here soon. Так, хорошо,
подожди, так я ж сделал. Мама's here. А это определенно писюн нашего польского школьника. Его натуральный размер. То есть тебе было нелегко забраться, но гораздо проще вот так вот делать с тачкой, которая весит определенно нехило. То есть как бы это, ну вообще на изичах. Элементарно. Ну ладно, ладно, это я, конечно же, фигней продираюсь. Ух, ничего себе, мы проходик нашли. Лол. То есть здесь у нас эмбиент, а тут он резко заканчивается. Конкретно в этом кусочке его не прописали. Тут сквозняка нету. Странно, что я не могу почему-то. Да ладно, мне всего лишь молоточек мешал, который тут лежал сверху. Серьезно? Я очень надеюсь, что это лаг локация, как раз будет 5 часов. Oh, так, нам надо найти Витая. И нам надо понять, как решить ту головоломку. Блин, походу тут будет еще не одна головоломка. Да. То есть получается, схема на стене, карта, мировые линии, звездная карта, отметки радиочастот, как длина волны. Нужно проверить полный путь. Ладненько, предположим. Ясмин? Yes, yes, hello, I'm here, I'm here. I'm trapped, I'm in a tomb. Доктор? Damn. Well, I suppose at least they come before. Oh, they might as well be on the moon. Unless we can get out of here. Так, хорошо. О, блин, а. Если судить по этому листу, то загадок будет еще до хрена. Ясненько, понятненько. А, нет, ну ладно, это я, кажется, понял. Ну, предположим. Но вставить-то мне все равно сюда нечего. Хотя, может, и не надо. Так, хорошо, подожди. Ну, предположим, вот это, вот это и вот это. Здесь нет возможности, походу, сделать такую штуку, да? То есть, например, вот этот и вот этот. Давай искать. Как он там выглядел, погоди.
Как маленькая хреновинка. Вот так вот он выглядел, да? Здесь его нет. А, есть. Хорошо, предположим. Как маленькая хреновинка, следовательно, здесь у нас такой. И маленькая хреновинка с другой маленькой хреновинкой. Надо просто найти ту комбинацию, которая имеется, я так понимаю. А, этот не шевелится, ёшкин кот. И он, походу, никогда не будет шевелиться. То есть надо найти комбинацию, исходя из этого. Наверное. Либо это каким-то способом потом отвалится. Хрен его знает. Так, получается, я могу только этими двумя управлять, да? Но это чуть-чуть упрощает задачу, наверное. То есть эта хреновина всегда будет вот такой. А, давай, искать. Предки почему-то, мне так кажется. Так, подожди, значит, тут такая хреновинка и такая хреновинка. Давай начнем с середины. Вот такая хреновинка. Так, хорошо. А здесь у нас будет вот такая хреновинка. Она там была. Странно у них пароль к Wi-Fi. И что? То есть мало просто сделать да. Правильно, тебе надо еще что-то замутить. Так, в смысле, но я же сделал, ну. Ладно, предположим, сколько времени? 23:33. Видимо. Я пока далек от того, чтобы понять. Да блин, ну что ж тут все закрыто-то? Вообще все закрыто, да вы издеваетесь. Если бы я был в таком месте, вряд ли бы одна спичка меня реально спасла бы от страха, вот серьезно. Нифига себе, они горят.
Так, ну предположим, хорошо. Эта штука дает нехилый свет на самом деле, поэтому нам, в принципе, рядом с ними не страшно. А, следовательно... Мы можем сюда сесть, накрыться сверху этой плитой и провести там остаток этого времени. Но ладно, я так делать не хочу. Хватит шептаться, блин. Так, это что такое? Песню кристалла нужно? Очки надо? А настроить соответствие с частями, гармонии, это есть ключ к краю мира, чистота витает, должен точно соответствовать и закону, отмена цепи, восстановить ежик, Василиса Премудрая, Иван Дурак. Если кого-то зовут Иван, извините. Просто есть такая сказка. Yeah, well, Leon. A real ray of sunshine, huh? Это Google переводчик. А, воцарение Тианы с каждым выходом жизни покидала дочь Атуа. Императрица повелела, что она должна жить ради продолжения рода. Демако должен с орденом пытались удержать в ней жизнь, когда она уже стояла на пороге иного мира и пустилась на поиски. А лезвие до самого хребта, но утроба ее не... отзывалась. Жизнь покидала ее, и свет в очах угасал, потому что Макку предстала пред ними целая и невредимая, излучая свет лун и источая жизненную силу. Однако ее мать взяла шары из безжизненного чела Атуа и призвала Темаку, и лютое пламя бушевало взоре ее. В тот день нарекла она себя новым именем. Это был первый день бессмертного проявления блистательной Тианы, никогда не имевшей детей, но ставшей матерью для всех нас. То были не помехи или тот самый, то было как будто бы... Как будто бы мы находимся... Короче, как будто это сообщение не передалось. Вот так это выглядело. А не как Google переводчик, глупый польский школьник. Рты пожинает распущенный эскот, надеется, сущность усиливается, пусть... Это такой же привод, примерно как у в Control. Когда с тобой связывалась эта фигня, Иисы. Появляется слово, которое, по-видимому, значит линии, пути или волны. Это когда ты типа языка не знаешь, так делают часто в играх. Полагаю, оно относится к тому, что или когда плохо говорят на этом языке. Что начертано на стенке за колоннами. Их нужно правильно сориентировать, в соответствии с ними настроить панель управления. Так я же, блин, это уже сделал. Я ведь это уже сделал. То есть я сюда пришел только для того, чтобы узнать, что мне нужно сделать то, что я и без этого сделал. Блять, звучит нехорошо. Да, паукан. Нет, серьезно, так я и так знал, что мне надо это сделать. Зачем тогда сюда шел? О, вот он стоит.
Так. Twinkle, twinkle, little star. Польский себе старается присудить мою заслугу. Не работает так, братан. Shall be Amari. That works for a boy or a girl. Hello, little Amari. Что это было за песня, когда она гладила живот? Это ведь не она ее произносила. Ладно, предположим. Да что ж такое-то? All I have to do is control myself. Stay out of the darkness. Что-то помаленьку нашу девочку начинает крыть. Хотя живот у нее уже довольно большой. Not far now, we'll soon be home. Тем более, учитывая то, что ребенок у нее растет абсолютно не как обычный ребенок. Да что ж такое? Так, давай попробуем положить туда шар. В принципе, у меня есть для этого все... А, он уже там лежит, да. Отлично. Только, наверное, надо его каким-то макаром теперь раскрыть. Потому что в предыдущий раз это работало именно так. Мы его раскрывали, соответственно, с помощью этого эта энергия попадала и образовала портал. А, тут почему-то одна эта штука отвернута. По какой-то причине, кстати. Почему, интересно? Ладно, предположим. Это которая из... Сейчас повернем, это не страшно. Целься, блин. Так, это плохо, да? Да, ё-моё, ты издеваешься. Ты издеваешься. Мне надо Витая найти вторую. Ты просто издеваешься.
где? Так, хорошо. Хорошо. Я даже близко не знаю, где. Будем бегать методом исключения, методом тыка. Я фиг его знает. Обратно, где мы были, там хоть где-то был намек на наличие Витаи. Вот здесь мы вроде бы не были. Походу мы здесь и не побудем. Да. Ладно, одним проходом поменьше стало. Соответственно, чуть попроще ориентироваться, предположим. Нет, ну серьезно, просто вопрос. Таки... забрать вот здесь. А где это здесь находится? Хороший вопрос. Учитывая место, в котором мы находимся. Учитывая место, в котором мы находимся, ей... одни кошмары сниться должны. Больше ничего, кроме этого. Да ты гонишь, я, кажется, понял. Так, хорошо, хорошо. Ну, кто же знал-то? Это уже какая-то мысль. Мы сейчас забираем, получается, полную. Вставляем ее туда. Там находим еще одну, потом забираем обе. Ну, понятно. Ух, подустаю. Так. То, что тут кровь, это... ну ладно. Видимо, нормально. В принципе, дойдет. Are you ready, little man? Ну, я надеюсь на то, что это уже last локация. И когда мы доберемся до доктора, там не придется решать огромнейшее количество загадок разного рода, не знаю. С какой стороны доктору лучше потереть жопу, чтобы он дал мне опиумную настойку? То есть вот типа такого. Все, что надо, я вроде бы нашел. И дверь даже открывается, обалдеть. Редкость. Стул не выглядит удобным, он выглядит скорее каменным. Мне кажется, он даже, блин, из камней есть. Ау. Мы не можем добраться до устройства. Проломить металл не удалось, поскольку он из того же необычного сплава, что и лейденские банки. Пока мы не подберемся ближе, полноценный анализ невозможен. Ладно, я понял, принял, пошли. Угу. Ты посмотри, они все эти штуки опустошили, получается. И тут ни одной полной, да? Ну, конечно же, это не будет так просто.
Халет откопал еще несколько полностью заряженных лейденских банок. Совершенно очевидно, что они предназначены для питания устройства с порталом, однако я не намерен растрачивать их на опыты, не имея еще одного шара. Теперь я уверен, жидкая энергия, которая наполнила эти банки, и есть то самое витая, о котором говорил Александр. Но это я уже понял, что это есть самое витая. Только теперь вопрос, куда конкретно мне идти. Мест довольно много. Ладно, начнем с этого. Почему бы и нет? А, наверное, вот поэтому. Ладно, продолжим вот этим. Что это такое? Че меня так кроет-то? Эй, ты чего? Кто там? Кто вообще со мной говорил? Первый раз, кстати, я услышал... Услышал речь. То есть эти хреновины, мне кажется, еще и разговаривают. Друзья, как шарить камни? Хорош. Польский школьник бы 3 дня думал. Так, кто бы это ни говорил, он явно недружелюбный парень. Судя по этому, мы идем правильно. Это что, настольный хоккей? I feel a bit better in here, little Emily. Just you rest. Alex, darling. He and Richard were in love. I knew when I first saw them sitting beneath the trees in the hotel garden. Алекс у нас, значит, из этих, да? Ну куда же без них? Я... Каранги. Мне делают записи второй зовы второго восхода под знаком Ауранга. Мы обнаружили ошибку в переработанной схеме системы врат в охотничьих угодьях. Ранее у жнецов была свобода действия, позволяющая преследовать подобных по меньшей мере до 100 идаров. Надеюсь, друзья, вам все понравилось, и вы успели дохавать все, что взяли с собой. А если вдруг нет, то незамедлительно врубайте что-нибудь еще. Благо на канале есть все на любой вкус. Ну и в описании под видео не забываем заглядывать, ставить лайк и написать хороший комментарий, мне будет очень приятно. Увидимся, друзья, буквально скоро.